Наверное, все могло сложиться по-другому. Да, но только если бы мой дом стоял в центре другого района. Возможно, все могло сложиться иначе. Если бы Вася был хорошим мальчиком и не начал так рано табачить, может быть, я и стал бы таким, как старший брат. Если бы не принимал криминал как вариант, если бы не знал вариантов, где брать яд, может быть, не так рано бы сидела мать. Если бы другие ребятки жили по соседству, были бы другими интересы, я не терся бы по подъездам, занимался чем-нибудь полезным. Короче, у всех этих «если» есть много версий. О другом и по-другому бы пелись песни. Ну, или вообще без песен. Если бы тогда не попробовал афганский кирдос, не узнал бы никогда, что такое передоз. Если бы не Оникс или Дорс, слушал бы каких-нибудь пиндосов или пусики Доус. Если бы с прохожего не дернул золотой трос, не попал бы в управу на допрос. Если бы я рассказал следаку все как есть, можно было бы получить условный МИ-6. Но я знал, свои не кинут, невзирая на жесть. Следак уехал в отпуск, а вещдок из сейфа исчез. Если бы я умер в 2003-м, не встретил бы и тех, с кем true. Не только о рэпе, не было бы альбомов, клипов, премий. Не было бы дня рождения моей маленькой Мэри. Если бы не верил в то, что бабки ничего не значат, отказавшись от принципов, стал бы богаче. Если бы враги не строили интриг, надеясь меня утопить, победа не была бы такой сладкой. You know me. Я сделал ставку, как на скачках. Ты сделал ставку на клячу, которая нихуя не скачет. Хочешь жить кача, я дам тебе кача. Хочешь раскачать качели, тогда лови с подачи. Залью печаль чайником чая. Когда бывает трудно, вспоминаю самое начало. Для меня проблемы, ну, как топливо для танка. Чем тяжелее времена, тем где махнуще планка. Сделано на совесть, значит на века. Всем берегам из центра, там из Америки, Ростов на Дону. Отчаянный мы, респект ему. Сделано на совесть, значит на века. Всем берегам из центра, там из Америки, Ростов на Дону. Баста и Гуд, играй в нашу игру. Если бы я пошел учиться в обычную школу, я не подсел бы так плотно на рэпчик стопудово. Если бы со второго класса не учил английский, слушал бы сейчас не нас, а какой-нибудь лимбиски. На дискотеке не получил бы пиздюлей в тот вечер за балахон Ноти Байнэйчи. Я уверен, что я был бы целей не один на следующий день. Майку House of Pain. Если бы школы не отчислили в пятом классе, по-любому до Китая я так бы и не добрался. Если б не общался с русскими студентами, думал бы, что курить можно только сигареты. Если б не остался там один в 96-м, не начал бы торговать прессованным дерьмом. Если бы я делал все аккуратно, меня бы не отправили в багажном отделении обратно. Если бы папа не был таким строгим, может, я и отказался бы от первой жирной дороги. И, возможно, меня бы не приняли с планом во дворе у Армана. Если бы я был нормальным, если бы знал, что кольцо было 16 века, не впарил бы его барыги за два чека. Если бы предупредили, что не надо с собой вести, я не увидел бы бутырку изнутри. Меня бы не перевели в малую спецхату, если бы родители тогда не забашляли двадцатку. Я бы не оказался на свободе настолько быстро, если бы в 2000-м Путин не сделал амнистию. Если бы не решился на инъекцию внутривенно, наверное, не написал бы китайскую стену. И сегодня не было бы новогодней, если бы мне не надо было ездить мутить на капотню. Если бы врач забыл вывести меня из комы, я бы, скорее всего, не дожил бы до выпуска альбома. Не было бы ни качели, ни эфира, не было бы центра, если б не было б Тахи и Слима. Если прошлым летом центр бы не распался, может, и не вышел бы этот совместный альбом с Васей. Согласен, все не было бы так весело, если бы не было всех этих «если бы». Сделано на совесть, значит на века. Всем берегам из центра, а Москве реке